друзья, сегодня нам согласилась дать видеоотзыв наша клиентка Белла, которая на днях получила туристическую визу в Болгарию и готова поделиться своим мнением о проделанной работе компании и о качестве предоставленных услуг. Здравствуйте, Белла. Добрый день. Поздравляю вас с вашей долгой визой. Я очень рада, спасибо большое. Расскажите, как проходила ваша работа, да, как вовремя и качественно оказывались услуги компании? Ну, я в эту компанию обратилась впервые за получением визы, вообще получала визу впервые. Я не знала, как эта процедура проходит, и поэтому была приятно удивлена, что все было сделано вовремя, качественно, понятно для меня. Я могла задать любой вопрос, обратиться с любой просьбой, и это все решалось в короткие сроки. Насколько мне известно, на самостоятельную подачу вы не решились лететь, на подачу документов, да, и специалисты компании совместно с Беллой решили подавать пакет документов с помощью нотариальной доверенности от Беллы, где наш сотрудник на территории Москвы за Беллу подавал документы. Да, да? Очень хорошая услуга. Я вам должна сказать. Мне понравилось, например, на любой мой вопрос, чтобы любой мой вопрос всегда решался вовремя, и все было растолковывалось, все объяснялось, и я могла спросить, какой срок, и этот срок мог всегда быть. За какой период времени было рассмотрено ваше дело и одобрена ваша виза? Ну, был оговорен срок в пределах 2 недель, то есть 14 дней. На 11 день я уже получила извещение, что моя виза готова. 11 дней, ребята. 11 дней, да. И самый, наверное, главный вопрос был, будете рекомендовать компанию второй паспорт? Конечно, я же теперь всех знаю, я работаю довольна. Я считаю, что любую работу должен выполнять специалист. Должна сказать, что у вас хороший специалист в компании. Спасибо большое, я вас еще раз поздравляю с вашей визой.